С мужем отдыхаем отдельно. В нашей семье принято, что если ты заработал на отпуск, то едешь в отпуск. Поэтому за последнее время мой муж уже побывал на Кипре, Мальдивах, Турции, в Дубае, летал на вертолете. Сейчас он в Сочи, а я пока продолжаю копить на отпуск и нахожусь дома. Муж считает, что это правильно, ведь каждый из нас взрослый человек и в силах сам себя обеспечивать. А как у вас принято в отношениях? Привет! Лично я не осуждаю подобный формат отношений, я считаю, что это один из вариантов нормы, потому что, в принципе, да, кто заслужил, кто заработал, тот и едет, и распределение бюджета это тоже нормально. Но, честно скажу, я бы так не смогла, но по одной простой причине. Если заработал он и поехал он один, я буду переживать, что, ну, как это так? Ну, во-первых, что с человеком, да, возможно, измена, потому что на курорте это... Ну, как-то распространено и среди мужчин, и среди женщин. Я бы нервничала, я бы волновалась, потому что я не уверена, все женщины. У меня есть такое, комплексы, конечно, я не скрываю. Во-вторых, мне было бы обидно, потому что, ну, как-то так я тоже хочу. Если бы заработала я бы не смогла бы поехать одна, потому что, во-первых, одно небезопасно, ну, как-то я женщина все-таки. Вот. А во-вторых, я не могу, ну, как-то так я... Ну, буду довольствоваться жизнью, да, и всеми ее благами, скажем так. А где-то мой любимый человек будет сидеть в жаркой квартире, да, и в городе или в деревне, неважно, но как-то я буду одна развлекаться, то есть я бы так не смогла.